Друзья, обратите внимание, откуда иногда у нас идет источник света. В нашем случае это также могут быть и ступени. Есть светильники, которые устанавливаются внутрь ступенек. Дают замечательную подсветку, вы будете наступать и видеть, где вы идете. Материал корпуса акрил, светильник очень недорогой, можно встроить абсолютно в любую поверхность, там в том числе и, кстати, в стену. В стене их тоже можно расположить и подсветить с них какую-то зону. А если вы хотите установить светильник в саму дорожку, к примеру, из тротуарной плитки, у Новотеха также есть решение для этого. Есть светильники в ударопрочном корпусе с нержавеющим металлом и ударопрочным закаленным стеклом, который также можно встроить прямо внутрь тротуарной плитки, наступать на них, и ничего ему не будет.